Thank you.
Я приглашаю на сцену солистку Калининградского областного музыкального театра Светлану Кручинину. Вы услышите страстное танго «Жосой Мария Астора Пьеццолы». Я Мария из Буэнос-Айреса.
Сестры Соколовы Анна, вибрафон и Вера Ксилофон, девочки-стипендиаты губернатора области за достижения в области культуры, неоднократные лауреаты международных и региональных конкурсов. Антонио Жидун, самбо одной ноты. Thank you.
1973 года. Выходят на экраны киноленты. Мы с нетерпением следим за приключениями того самого Джека Воробья. И до сего момента снимают фильмы «Пираты Карибского моря». Конечно, это разные серии с разными историями. Но мы сегодня представляем вам, друзья, музыку, которую написал один из авторов музыки к этим кинофильмам. Это немецкий композитор Клаус Барбет. Фантазия на темы из кинофильма «Пираты Карибского моря». Thank you.
«Голубая лагуна». Песенка о первой любви Андрея Петрова из кинофильма
попутного ветра «Синяя птица» и песни Исаака Дунаевского «Песенка о капитане». Капитан, мой капитан, 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 капитан
Сдэнок Кроцел, пьеса, концертная пьеса для ксилофона с оркестром и произведение Лероя Андерсона «Пустячок». На сцене Анна Соколова и Калининградский оркестр.